Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 21 серии турецкого сериала «Невеста». Ранее мы увидели рассказ о том, что Ханчер отправляется на операцию, которую будет проводить подкупленный Байзой врач. Женщина победно рассуждает о том, что она подготовила на их с Джиханом годовщину самый лучший подарок. Мужчина снова станет ее, а Ханчер останется в прошлом. Но ее план удается раскрыть до того, как случится что-то страшное. Мукадер очень зла на Байзу и готова ударить ее. И делать она это собирается совсем не руками. Джихан мчится в больницу, желая прервать операцию и спасти Ханчер. Несмотря на трудности, Джихану это удается. Ханчер говорит, что очень напугана. Но Джихан обещает ей, что теперь, когда он рядом, бояться нечего. Он смотрит на Ханчер с искренней нежностью. Премьера 21 серии турецкого сериала «Невеста» состоится 11 мая.